Ну что, можно начинать, да? Да. Ага. Саламатсыз бе, урматту катышуучулар, саламатсыз бе, урматтуу коноктор, журналисттер. Добрый день, уважаемые участники сегодняшней пресс-конференции, журналисты, дамы и господа. Президент Араки Прескеп всегда рад видеть вас и разрешите дать слово модератору сегодняшней пресс-конференции, господину Ришарду Халенде, региональному представителю УВКПЧ ООН. Пожалуйста, господин Халенде, вам слово. Спасибо большое. Я очень рад вас приветствовать здесь, на этой пресс-конференции. Сегодня у нас есть гость, спецдокладчик по экстремальной бедности и правам человека, господин Оливье Дешуте. И он представит сегодня приблизительно не отчет, а то, что после его визита в Киргизстане он увидел, услышал от своих партнеров. Конференция передается в прямом эфире на английском языке. И у нас есть перевод на русский язык. У вас есть наушники. Мы пригласим вас задавать вопросы после отчета и заявления господа Шутера. И как у вас есть желание сделать интервью индивидуально, то, пожалуйста, подходите к коллегам и попросите, как это сделать. Но через несколько минут мы тоже привезем напечатанный пресс-релиз после визита, что вы получите его на английском, ну, на английском, русском и киргизском языке. И тоже, как вы хотите посмотреть оригиналы документов, они будут размещены на веб-сайте спецдокладчика. Там тоже будут видеозапись этой конференции и фотографии из визита. То есть какие-то вопросы в этом моменте? Все понятно, да? Хорошо, можно начинать. So we are ready, Mr. Olivier Deschutes, the floor is yours. Well, thank you very much to Mr. Richard Commander for his introductory remarks. I'm very pleased to be here, and I look forward to the conversation that will follow my initial presentation. My name is Olivier Deschutes. I've been appointed by the Human Rights Council as Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights, and my role is to provide the international community with an assessment of the situation of poverty in the countries that I visit and how poverty relates to human rights. We are independent experts. I'm supported by the Office of the High Commissioner for Human Rights, but my assessment is made in my own name and under my sole responsibility. I do not represent as such the office. 70% примерно дохода отправлялось в образование. До 60 миллиардов сомов до сегодняшнего дня было уже потрачено именно в 2022 году только. Но это не полная картина. За последние годы мы увидели многие исследования, не меньше, вернее, рейтинг PISA, вы знаете, да, международный рейтинг по оценке образования, и который говорилось о том, что качество того образования, которое предоставляется гражданам, очень низкое. Большинство школ недооснащены необходимыми, и 179 школ нужно полностью разрушить и заново перестроить, потому что они настолько истощены, изношены и находятся в аварийном состоянии. И во многих школах нет самых базовых даже санитарных услуг или туалетов. И в большинстве случаев это считалось бы самым минимумом того, что можно ожидать из школы. Одну проблему я чуть-чуть более детально изучил. Это был вопрос по
дошкольному образованию. Это действительно ужасает, что 78% населения, детей, не имеют доступа к дошкольному образованию. И это является действительно очень большой проблемой. И это особенно очень сильно сталкивается с этим именно бедные семьи. И из-за того, что они были не хорошо подготовлены и к старту школы, они уже имеют меньше возможностей преуспеть. Это действительно нужно пересмотреть и выстроить правильную систему по финансированию образования. Третья большая проблема – это именно здравоохранение. А здесь основная проблема, я бы выделил отдельно то, что недоплачивают, то, что мало получают, но здесь может быть речь идти о неофициальном финансировании, неофициальных финансах, которые крутятся вокруг здравоохранения. И по стандартам 28% населения, они не должны платить что-либо, и они, от них не ожидается, чтобы они финансировали, оплачивали. Это может быть военные, это может быть это именно сироты, ловозы и другие. Но это даже полностью не покрывает же всех, у кого нет финансов. То есть бедные люди, они не в группе тех, которые могут оплатить, и они не в группе тех, которые бесплатно получают здравоохранение и качественное медицинское обслуживание. И здесь сказано, что полностью все лекарства предоставляются бесплатно для определенных по эпилепсии, по раковым заболеваниям онкологическим. Вроде как ожидается, чтобы это все по гипертензии, например. И мы видим, что вроде обещано, что им предоставляется бесплатно, но нет. А также мы посмотрели на вопрос именно по жилью, по программе «Доступное жилье» 2015-2020 годы была реализована специальная программа, а теперь отдельно есть сейчас стратегия «Мой дом» называется, с 21 по 26 года. И здесь в этих программах мы видим, что здесь предоставляется специальная преференциальная система по низким процентам и для тех, кто хотят именно получить проживание. Но эти программы, они мало пользы приносят для людей, у которых нет стабильного дохода. И они не могут сами оплачивать, и даже на этих низких процентах они не в состоянии не выплачивать. Также мы видим, что очень ограниченные социальные программы по жилью, очереди очень длинны, людям приходится до 20 лет ждать, чтобы именно войти в эту программу, и действительно они очень сильно нуждаются. И в этом плане я полностью поддерживаю именно предложение со стороны гражданского общества, чтобы создать новую программу, и которая бы сделала возможным получение именно жилья. Также именно должны быть улучшенные законодательные нормы, которые бы не позволяли выселению семей с очень низким доходом. А сейчас хочу пару слов сказать по именно трудоустройству. Каждый год примерно 350 тысяч молодых людей заканчивают школу, в университеты, и они ищут работу. И экономика не создавляет рабочие места для них. И в этом плане от 7 тысяч до 50 тысяч людей уезжают в другие страны, включая Россию, но также и в Казахстан, в Турцию, и в последнее время чаще в Южную Корею, в Британию и Японию. Это действительно очень является большой и значимой проблемой. Безработица среди молодежи действительно каждым годом очень сильно растет. В 2020 году это действительно очень возросло за последние годы.
и женщины очень сильно пострадали от этих именно показателей. Безработица среди женщин намного выше. Я до этого уже об этом вам говорил. И то, что нас действительно очень сильно беспокоит, это если вы посмотрите на жизнь молодых людей, и которые не проходят качественное образование, которые не получают техническое образование дополнительное, которые не получают именно доходы из-за отсутствия работы, это примерно 29%, 29% среди девушек и 12,5% среди молодых парней. То есть получается, среди выпускников школ и вузов действительно очень их удручающее будущее ждет по завершению. Здесь также 71% населения работают в теневой экономике, и как результат они не защищены или очень слабо защищены через трудовое законодательство и через систему социальной защиты. И в будущем они не будут защищены и не будут предоставлены пенсии. Так что формализация работы, официальная зарегистрация на работе является очень значимым вопросом. И в этом плане я очень рад, что в планах по реформе именно пенсии, которые я обсуждал очень долго и продуктивно во время моего визита с Министерством социальной работы и социального защиты и развития, они действительно придали очень большое значение и сказали, что у них большие планы по реализации этого в этом плане. И давайте я сейчас еще хотел бы очень четко сказать насчет дилеммы, с которой правительство столкнулось. Именно вопрос касается трудовой миграции. Мы понимаем, что в какой-то мере сегодня, сейчас, в краткосрочных планах очень много значимую большую пользу получают именно перечисления от трудовых мигрантов, и это действительно считается именно настолько значимым, что люди, возможно, если не эти поступления от мигрантов, то мы бы намного ниже жили бы по уровню дохода, то есть именно люди бы, возможно, не выживали. И в этом плане государство очень сильно усиливает именно отправку своих граждан в Казахстан, Россию, Южную Корею, Англию, Британию и Японию. Но это в долгосрочном плане, я хочу сказать, что это очень неправильная стратегия. Это не устойчивая и стратегия. И в этом плане Кыргызская республика теряет своих граждан, отток умов является очень большой проблемой, а эти люди не платят налоги за границу для Кыргызской республики, в интересах Кыргызской республики. Они не открывают бизнесы в Кыргызстане, они, да, вроде как отправляют назад в Кыргызстан эти деньги, но эти деньги используются именно для продовольственных нужд, но не для того, чтобы инвестировать и развивать экономику Кыргызстана. И еще больше, много детей страдают из-за этой миграции. 99 тысяч детей в Кыргызской республике имеют, что оба их родителя являются именно трудовыми мигрантами. То есть эти 99 тысяч детей растут без своих родителей. И здесь из-за этого растет именно очень большая именно ненависть и угроза физического насилия над этими детьми. И вроде сегодня, сейчас нам нужно создавать много рабочих мест в Кыргызской республике для того, чтобы этой молодежи были причины не уезжать, а оставаться в своей стране. И я бы хотел закрыть этот вопрос и завершить мое выступление именно по вопросам социальной защиты и развития. Есть очень важная, значимая программа, которую мы детально изучили. Комюк называется. Это программа предоставления пособий в виде наличных, которые отправляются каждой семье. Если доход в семье является ниже, чем 1000 сом на душу каждого члена в этой семье. И знаете, эта семья получает 1200 сом на каждого человека, на каждого ребенка,
В возрасте до 16 лет это значимая программа. Я встретился с многими людьми, которые получают пользу от этой программы. И эта поддержка очень важна и полезна. И 330 тысяч детей получают деньги по этой программе. Но есть очень большая одна значимая программа, проблема. Это то, что эта программа очень сложна в ее управлении, администрировании. Потому что нужно оценивать, кто получатель, а кто не получатель, кому получать, кому нет. И здесь очень много коррупционных схем в результате этого. И то, что мы покрываем этой суммой, она намного меньше, чем то количество семей, которые могли бы быть именно в этой программе. И в этом плане есть очень сложная процедура того, чтобы доказать, что ты действительно нуждаешься в этой сумме, что ты можешь получать, и ты отвечаешь на требования по этой программе. И из-за этого в 2017 году в парламенте они выбрали такую формулу, которая была бы намного легче в ее управлении и администрировании. Это система, когда нужно всех обеспечивать, всех детей. Это универсальная поголовная поддержка всем семьям, вне зависимости от дохода каждой семьи, но особенно концентрируется на тех семьях, где трое или больше детей в семье. И это намного легче управлять, это может быть политически более прибыльно для политических очков. И здесь это является системой, которая бы очень сильно помогла семьям, которые действительно очень нуждаются, потому что это очень большие семьи, которые именно сталкиваются с условными проблемами в сравнении с теми, у которых меньше детей. И, конечно, Библиотека Комек это является не единственной программой по предоставлению пособий, потому что я изучил другие виды пособий, которые получают семьи. Для сирот, например, выдаются, или для ловозы выдаются, или другие уязвимые слои населения получают. Это действительно очень помогает и спасает жизни. Но я также слышал очень много от людей, от получателей, которые говорили, что им приходилось давать взятку для того, чтобы их включить в эту программу. И это обычно социальные работники за это забирают одну месячную оплату для того, чтобы включить кого-либо в эту систему. И в этом плане действительно есть много вещей, которые нужно исправить в этой стране. И в самом конце я хочу сказать про пенсии. Пенсионная система, которую я изучил, это является системой, которая покрывает огромное количество детей. И на сегодняшний день это старики, получается, которые с детьми в советское время, они все работали, а сегодня они стали пенсионерами. А сегодня мы хотим сказать, что все, кто сегодня работает в теневой экономике, они в возрасте пенсионного выхода, они не смогут получать деньги. И в этом плане нужно в Кыргызстане формализировать и ускорить регистрацию и выход из теневой экономики, чтобы люди оплачивали соцотчисления, чтобы в старческом возрасте они могли быть обеспечены пенсией. Это мои основные предложения. Я сегодня утром встречался с правительством и передал свои, озвучил эти вопросы. Я буду продолжать работать с правительством, буду сотрудничать. И в Женеве в 2023 году, в июне, я буду делать мой официальный доклад, финальный. И того я утром правительству сказал, что у правительства есть 12 месяцев, чтобы реализовать те рекомендации, которые я перечислил. И в моем официальном заявлении, которое вам сейчас раздадут, там есть 5 основных приоритетов, которые я считаю, что могут быть реализованы в этом году. И я там определил ряд долгосрочных мер, которые
правительству нужно реализовать и постепенно двигаться в этом направлении. И я искренне верю, что у правительства нет другого выбора, потому что сегодня экономика очень мало и слабо диверсифицирована, и доходы обычно находятся на именно горнодобывающей отрасли, 5% от туризма и от доходов или перечислений от мигрантов. Но это никак не живая модель экономики. Нужно очень сильно диверсифицировать экономику, нужно развивать индустрию, производство. И очень много рабочих мест нужно создать для молодежи. И налоговая база, налоговую услугу, они нужно увеличить налоги в сборы через именно формализацию и работы и выхода из теневой экономики. И нужно инвестировать больше в социальную защиту, развивать школы. И нужно бороться еще сильно с коррупцией, особенно в сфере здравоохранения. И учитывать, чтобы мы могли все создать такие условия, чтобы молодежь Кыргызстана могли находить хорошую работу. Спасибо большое всем. Спасибо, спасибо большое, господин Десшутер. Это было действительно очень интересно. И вы хорошо очень суммировали то, что хотели сказать. Now, if you have any questions, please feel free to ask. Thank you very much. I have the question. I cannot hear the question though. I cannot hear the question. They will need to repeat the question. Нет, погромче. Здесь ничего не проходит звук. Which of the government officials did you meet today? Which of the government officials did you meet with during your mission? Спасибо, спасибо большое за ваш вопрос. Список очень длинный. Я встречался с представителями власти с 8 различных министерств в Бишкеке, а также я встречался с госчиновниками в Баткене, Нарыне, Паше. И особенно на юге мы встречались с местным самоуправлением, муниципалитетами, акимами, и также я встречался с омбудсменами, госпожа Атыр Абдрахматова. И также я был очень приятный разговор с госпожей Гульнарой Джуматаевой, вице-замом министра социального фонда. И также разговаривал с замом, заместителем председателя Верховного суда. Также я встретился с членами различных администраций, министерствами, с кем была организована встреча. Список очень длинный, к сожалению, чтобы я мог сказать, но вы можете запросить, и вам дадут до деталей все ФИО и все должности людей. И в пресс-релизе вы можете получить ссылку, пройдя по которой вы можете увидеть детальную программу. Please use the microphone so that the interpreter will hear your question. Please also introduce yourselves. Please press the button. Altana Ismailbek, I'm also from IK Press, and we would like to know how were you measuring the poverty? What methods did you use to assess the poverty? Thank you. Спасибо, спасибо большое. В каждой стране это является очень большой проблемой, большим вызовом, чтобы четко измерить бедность. И я больше был заинтересован в том, чтобы увидеть, как именно эта кривая меняется, чем говорить какие-то четкие цифры. То есть в Кыргызстане мы видим, что есть официально заявленный порог. И это Кыргызская Республика измеряет как 1000 сом на человека в месяц.
И эта линия, это именно приравнивается примерно к $2.4 в день. Это как бы то, что в такой стране, как Кыргызстан, он должен использовать именно как пороговый минимум. И в этом плане, по этой линии, к 2020 году 23% населения были ниже этого порогового минимума, но с последними кризисами, это особенно как результат и влияние именно роста цен, как Кыргызстан получает большинство своего сахара, масла и муки, получается, за границей, и с уменьшением поступлений, включая как причины это пандемию и по конфликту с Украиной, мы можем все ожидать, что цены будут еще очень сильно расти. Я надеюсь, что это будет не материально, но и даже если это будет материально очень завышенные цены, что это будет временно. Но здесь для нас очень важно, чтобы мы осознавали, что без поступлений большинство семей не смогут выжить. И это действительно очень опасная, хрупкая часть моего ответа именно насчет измерения уровня бедности, потому что это не является именно устойчивым и делает саму страну неустойчивой. И в этом плане именно не оставаясь в рамках того видения, которое я получил через разговоры со всеми людьми в Казани, именно мы должны прийти к тому, чтобы мы не будем помогать, и мы не будем подталкивать население еще больше уезжать за границу, а мы будем создавать хорошие условия, благоприятные здесь, в этой стране. Спасибо. Do you have any more questions? Next one. Person, please. Hello, my name is Victor Nigola. I'm the correspondent from the IQ Press as well. I want to know the following. Today we are having so much tension raising, especially the war in Ukraine, and the prices are very much raising, and the World Bank has shared a report that wheat is going to increase in price for over 70%, and also we have the Food and Agriculture Organization and of under UN, and maybe during your visit did you meet with such people, and do you have any kind of forecasts on the how much the poverty is going to raise, and with given that the prices are going to rise? And the second question about the diversification of the economy, what would be your suggestions to implement the diversification given the conditions today? Thank you. Спасибо. Спасибо большое за ваши вопросы. Я настолько же переживаю, как и все остальные. Именно по вопросу того, что вопрос, цены действительно очень сильно растут по всему миру, особенно на сельскохозяйственные продукты. И в Кыргызстане есть причины, чтобы мы боялись, потому что это действительно очень страшно. Потому что Кыргызстан импортирует 47% всей пшеницы, 48% сахара и 84% масла, растительного масла. И, как вы знаете, Украина и Россия, они представляли примерно 25% всего мира, всего всей пшеницы, и 58% именно сахара. И Украина была всегда главным поставщиком масла. В этом плане действительно зависимость Кыргызстана от всего этого импорта и того факта, что эта поставка, она будет ограничена или закроется, это действительно причина для беспокойства. В то же время, мы должны понимать, что то, что цены поднимаются, это не из-за того, что это недостаток продуктов, нет, потому что складируются все эти продукты очень много во многих странах, и урожаи в Украине были не настолько хуже, как многие полагали.
в глобальном рынке у нас есть очень важная роль, именно чтобы не паниковали, не было спекуляции, но это как раз таки сейчас происходит. Спекуляция и манипуляции. И в этом плане это очень сильно объясняет, насколько сильно сейчас цены поднялись. Потому что это исключительно из-за спекуляции, плюс из-за того, что цены очень сильно выросли на ГСМ с 2021 года в сравнении. Из-за этого удобрения стали дороже. И это привело к тому, что производство еды и переработка в пищевых продуктов она стала намного дороже. И я буду надеяться, что рынок будет меньше паниковать, и мы за основу возьмем именно прозрачные данные. Это как раз таки то, что нам требуется. И в долгосрочном плане я надеюсь, что Кыргызстан будет именно пересматривать свою зависимость от импорта, будет выстраивать внутри страны именно самодостаточность. И это нереалистично ожидать, чтобы Кыргызстан полностью 100% покрывал все свои нужды по питанию. Но, тем не менее, оно должно настолько сильно диверсифицировать свои доходы и свое питание, чтобы именно повысить уровень своей защищенности, как минимум. Но та поддержка, которая будет оказываться фермерам, она сегодня является самой минимальной, потому что я с многими встречался из числа фермеров, которые в какой-то мере получают какую-то помощь, но тем не менее они в рамках программы «Ибрюгокомяк», например, да, они говорят, что вот дайте нам хотя бы живность какую-нибудь, дайте нам какую-то землю, чтобы мы могли сами о себе позаботиться. Они говорят, но в конечном итоге ответ один, да, ситуация очень плохо, и большинство семей тратят больше, чем 70% своих доходов только на питание. И когда цены возрастут на 47%, то эти семьи как раз таки очень сильно пострадают. И когда я разговаривал с этими семьями, они сказали, чего они боятся, это именно роста цен. А относительно вашего второго вопроса насчет диверсификации экономики, я не являюсь магом. И я могу вам говорить именно те цифры, которые у нас имеются на руках. Экономика, именно горнодобывающая среда, сейчас на чем сконцентрирована Кыргызская Республика, туризм в какой-то мере, и на отправке своих граждан за границу. Но это никак не живая модель, это никак не нормально. И это концентрируется только на именно труде людей. Это неправильно. Моя рекомендация заключается в очень простом действии. Образование улучшаем. Для того, чтобы мы могли именно мотивировать население делать бизнес, чтобы здесь открывались новые производства, чтобы создавались рабочие места и сфера услуг, чтобы развивалась, для которой требуется именно высококвалифицированный персонал. И эти индустрии не могут здесь развиваться, не могут здесь создаваться, потому что население слишком бедное. Так что нужно одновременно снижать уровень бедности, и чтобы семьи с низким доходом, они увеличили свои доходы, потому что никто здесь не будет заниматься производством, если некому покупать, или если они не смогут продавать. Спасибо. Please, okay, if you want. Hello, my name is Nurka Sabiru, Akhchabar Finance website, and your research has shown that the life welfare level in Kyrgyzstan is very low. And please tell us, was it easy for you to get this information from the state officials? And the second question, and the statistical data, they don't really show the real life. So in our realities, what is the level of welfare? Is it lower than what the government claims? Well, I
Я получал данные от очень хорошего сотрудничества у нас было с правительством. Я встречался именно с теми, с кем я хотел. И я получал те данные, которые мне я просил. И есть действительно очень такая согласованность чувствуется в том диагнозе, который я, да, вот, мне был предоставлен. И есть большая разница между краткосрочными и долгосрочными показателями. Для правительства краткосрочность проблема – это именно госдолг, который очень высок, 89%, который сейчас стал чуть-чуть ниже, но это делает еще сложным, чтобы правительство могло брать в долги. Так что в краткосрочном плане это будет еще ситуация ухудшаться за счет того, что именно поступления от мигрантов тоже уменьшились. И в краткосрочном плане институты, учреждения, которые говорят, что большинство советуют именно государству не раскошеливаться на социальные нужды, потому что бюджет очень сильно ограничен. Но я все время старался смотреть на долгосрочную картину. Я говорил, что эти краткосрочные меры, они да, живые или нет. И результат я видел, что это не так. Так что нужно планировать на несколько лет вперед, и чтобы мы не будем оставаться именно такими же нуждающимися, и чтобы мы могли планировать наше будущее. Потому что права на права человека, они могут нам показать правильный путь, право на социальную обеспеченность, право на медицинское обслуживание, право на образование, право на социальную жизнь, оно может именно показать нам путь к счастливой жизни. И по данным, которые, о которых вы спросили, это была суть вашего вопроса, я так понял. Здесь, знаете, эти данные, я встречался и с госстатком, насстаткомом, я вижу, что они очень профессионально работают, но данные, они могут быть на руках, но это не гарантирует, что правительство будет работать именно по ним. То есть они данные, они полезны для того, чтобы мониторить, но это не гарантирует какие-либо действия со стороны правительства. Многие люди здесь не выживали бы, я бы сказал, если бы не было бы солидарность именно соседей, солидарность дальних родственников, хорошего нетворкинга. Это не эти три фактора, они являются достижением правительства, но это три фактора, которые помогают семьям, чтобы они не вымирали. В этом плане уровень бедности действительно очень низок, но благодаря солидарности населения все продолжается. Please come to the mic. Hello. Микрофон не включен. Mic is off. Mic off. Hello, my name is Айда Кадырова. I am the director of the public foundation Бабушка Adoption. Thank you for finding time to help us and our country to fight the poverty. And I have one question. That there's a special rapporteur and an expert in this area in our country. They are introducing the state social public order. Social contracting. So many ministries are introducing this, and the first one was implemented in 2018 by the Ministry of Social Development. So my question is, that by developing this social state social contract, and by developing the public private partnership, how much would it be contributing to fighting the poverty? Because as you understand, that via the social contract, we are having the social projects, where at the end of which the people who are some people are getting some services, and those who are working in the civil societies. They are paying their taxes, and this from many sides is useful. So if we continue on the social contracting of the NGOs for the implementation of the work of the ministries, how much do you think it would contribute to solving the issues in the social area, and how much does it contribute to the development of the country? Thank you.
Я, к сожалению, я вам дам нехороший ответ. К сожалению, я знаю, что я очень сильно уважаю вашу деятельность, бабушка Адапшин, да? Вы действительно делаете прекрасную работу, но, к сожалению, по вопросам госсоцзаказов, это мы все еще находимся на экспериментальном уровне. Это получателем является очень малое количество населения, семей. И семьи, с которыми я не смог разговаривать, но я то, что слышал, они сказали, что программу сейчас пока оценивают, они сейчас смотрят, это еще полезно или нет, там еще результаты должны показать, и нужно будет еще посмотреть, эта программа будет продолжаться или нет. Но в конечном итоге именно активизировать и сотрудничать с НПО, а также создавать рабочие места, это действительно очень хорошо. И это в целом является хорошей идеей, но я не могу ничего сказать, потому что я этот вопрос сам детально не изучал. Thank you very much. I hope that to our government, maybe the government should consider thinking about this more, pondering and looking into this, because if we go into the social contracting and going into the system of the social partnership, private partnership, it's the paying the taxes, it's creating the new jobs and opportunities and improvements. I don't know what's the situation in other countries, but I believe that it would, if we would work more in this area, that would really be very useful, I believe. Thank you. My comment. Thanks. Maybe any more questions? Please approach. Hello, can you hear me? My name is Gulbarchin, I'm from AK Press. Have you done the research only in the south of Kyrgyzstan only, or did you look into the nationwide? Я бы не сказал, что мы ограничились югом, потому что сам юг тоже очень действительно большой. Но я был и в Нарыне, и вот и в Нарыне, в Аше, и в Баткене. Но я немало времени потратил еще и в Нукате. И да, как бы можно сказать, что я не по всему северу проехался, да, можно так сказать. And I have a follow-up question. According to your data, in what part of the country is the situation the worst? Like the poverty is the worst and the lowest, and the reason why? Yeah, причина, почему именно эту часть, эти страны были выбраны, это потому что именно в этих местах, в Джалбаде, сказали, в Нарыне, и там ситуация лучше, чем... Я прошу прощения, это там действительно ситуация была похожа, и в городе Ауши, Бишкек ситуация лучше. То есть мы понимаем, что в сельской местности ситуация обстоит хуже. И это показывает, пообъясняет нам, почему программа «Юбилейный комек», она помогает именно больше семьям в сельских местностях. Так что есть действительно вот эта большая разница именно в уровне жизни. Эта ситуация, разница уменьшается, потому что мы видим, что из сельских местностей все члены этих семей, они переезжают просто в большие города. И если можно посмотреть примерно 48, да, примерно новостроек, есть новых, и там есть в основном население все живет из тех, которые переехали из сельской местности, и там условия действительно очень плачевные. К сожалению, мы можем видеть, что есть в местно очень бедные люди живут и в Джалбаде, и в Нарыне, и в Баткене. Но, тем не менее, мы должны все осознавать, что есть, появляется много именно городской бедности, которая тоже сильно портит статистику. Any more questions? No? Then... Sorry, my last question. Maybe I didn't hear it, but what were your observations on the transparency of the budget in Kyrgyzstan, because this year there was a transparency day. Maybe you did met with the Minister of Finance on this topic. I don't know, did you see this something on how much the people are included in decision making on the budget? I
я думаю, что это очень важный вопрос, который, к сожалению, у меня не было возможности именно адресовать, изучить в деталях. Это было, не было одной из тем, которую я обсуждал на нашей встрече с Министерством финансов. Я действительно обсудил вопрос приоритетности пунктов в бюджете, но не вопрос прозрачности. И в последней именно пресс-релизе, который, кажется, уже вам раздали, там, да, вот у вас есть, там будут именно отсылки на часть вопросов, которые вы сейчас сказали, именно как распределяется бюджет, и там на здравоохранение сколько тратится, что происходит, то есть там есть мои комментарии по бюджету. Надеюсь, это будет вам полезно именно пройти детально по моему пресс-релизу. Спасибо. If you have any more questions or not, okay then. Тогда, может, вы потом ваше последнее слово, может, скажете, да, вот завершающее слово, и какие будут последующие шаги, может, скажете. Спасибо, спасибо большое. Я бы хотел выразить вам всем огромную благодарность за то, что вы смогли сюда прийти. И у вас будет много еще возможностей изучить детально после того, как вы получите дополнительные еще документы от меня, которые на крымском языке. Тоже был сделан перевод, и я хотел здесь сказать, знаете, что я был очень сильно впечатлен именно тем уровнем сотрудничества, которое я получил от правительства, потому что правительство не обязаны принимать, они добровольно волеизъявляют, что говорят именно говорят, что мы хотим, чтобы нас международное сообщество изучило и репортировало, докладывало о нас. Так что я хочу выразить огромную благодарность правительству Российской Республики за открытость, за то, что вы, за то, что предоставили мне всю информацию, которую я просил. И я действительно получил очень хорошую пользу от встреч с НПО, с гражданским обществом. И во время моего визита действительно прошли очень плодотворные встречи. И я хочу выразить благодарность моей команде. И мне очень хорошо помогли. Очень суперские, классные люди, очень любящие свою работу, которые в течение нескольких недель разговаривали здесь, они делали интервью, проводили интервью, они делали предварительное исследование, чтобы я сюда зашел уже с более подготовленной, очень качественной информацией, и чтобы я мог задавать именно правильные вопросы. И я хочу поименно пройти госпожа Патриция Варелла из Женевского офиса УВГЧПЧ и госпожа Агата Осинский, мой личный советник. Также мне очень сильно помогли, очень классно, господин Ричард Коменда, вы помогли мне очень сильно до сегодняшнего дня. Это господин Ричард и будет с нами здесь, и завтра включительно он будет возглавлять офис УВПЧ в Бишкеке. И я так думаю, теперь он стал моим близким другом, да? И спасибо вам большое за это. И действительно, миссия была очень легка, именно благодаря вашей поддержке. Господин Бака и Оксана нам помогли из офиса УВПЧ. И на этом я хочу завершить нашу пресс-конференцию и хочу вам всем сказать, что у вас будут на крымском языке даже информация. Я хочу, чтобы у вас были очень приятные выходные. Спасибо.